самое сухое место. Ну, вон та труба можно тренировать. Камни. Ну, даже по этим можно. Они были под снегом, было хуже. А мы тренировали в бутылку. Женя прыгал все время. Ну, сто раз вот эти две. А я вот обремнул все. Хочешь не просто переехать через трубу, а на заднем еще переехать, как Кулькевич. Ну да. Чтобы такая спрыжка была. Вот его движение надо отдать. Вот мне сейчас и не получилось. Через такую стрёмно ты как выпрыгнешь, во. Не, ну вот надо тихонько, и чтобы на заднем. Газу мало дал. Скользко, наверное. Все.
Или на два, или на задний. Ага. Этот работает. Где-то надо 50 раз. Потому что это поможет следующее, когда притягивается. Это так кунцевичка просто. Да. То есть, если будет следующее, ты уже будешь готов к следующему. А если приземляешься не с мордой, ты не готов к следующему. Там люди какие-то ходят, не видел? Две малолетки некие фоткают. Команда. Кольнуться. Надо закрыть, не закрыть, давай. Замок. Да они где-то тут пролазят, что ты думаешь, дырок нету в заборе. Так у меня рвет. А ты газа не даешь, как ты кажется. Хотя я тоже не даю. Рвет. Ты такое вот со стороны смотришь, ты едешь на ровном газу, вроде да, и потом, когда уже колесо наверху, ты перевалишь, ты такой... Ты мне говоришь, что надо на ровном заезжать, именно на ровном. А потом импульс и оттяжку туда. Бу. Чтобы он пошел на заднее.
а задним, чтобы он, ну, катился на подъем, без проскальзывания. Чтобы на зацепе было. Как у тебя раз получилось? А надо не одновременно вязать. Такую вот тягу газа и сцепления, чтобы было на автомате. Вот это вот те две маленькие прыгают. А вон те, там я пробовал проехать, не прыгал. Мотоцикл ровненько становится. Между бронями и все. Ну там стрёмно, да. Ну там же есть доска. Если начинают по доске, ты что снимаешь? На память. Надо сфоткать, что такое красивое место, то скоро закончится. 17. Что ты буксуешь, я не понял. Тут спокойно ж проезжает. Я тут только один раз проехал. А так все время. Ты только снимаешь, да? Я тебя скину. Ну что, на первый, надо на второй. Я не знаю, я на первый проезжаю.
У меня получилось. Да, тут надо двойным сцеплением. Да, то есть надо типа сначала импульс поставить переднее колесо на эту, это и потом еще раз открыть. Вру. Ты хорошо подсушишься в этом гандоне. Тепленько зато. Гамму тебе получилось хорошо, куда ты поехал? Да, прям. Только одно касание, может, и было. На балансе такое. Ну, подвеска для камней как раз вот сделана это. Это, да? Да. А сколько время сейчас? 2:30. А приехали мы вот второй. Ну, наверное. Чуть раньше. Нет, чуть позже. У коровок же надо. Лучше колеса сейчас умеют. Ты проезжаешь. Ну я ж не буду прыгать эти колеса. Так проехать, проезжаю. Ну. Проедем, да. Оно страшно. И все это пропадет. Только сразу. Thank you.
пяти раз получается. Из пяти раз. Как-то спокойно надо подъезжать, и потом просто больше... Ну, чем сильнее, тем лучше. Ну. Тут еще подъезд вовремя, блядь, вовремя ступень, вовремя газ. Все, три комплекса надо вовремя. Положим блок. Тут тоже типа надо спокойнее, потом уже чтобы. Это должно быть на таком громком газе. Все как будто нет ничего. У тебя такое осталось через те большие кольца прыгнуть сюда. Все. Я еще не ездил, ни колеса. Они переезжали, не прыгали. Только этот Макс прыгнул. Кого? Оттуда, да? Да.
бревна, стрёмно. Почему? Ну скользкие бревна посередине. Ну, ты, по крайней мере, туда заезжаешь. Ну, и потом, да. И потом уже не выедешь. Да, выедешь. Ходом не получается. Там ходом и не получится, буксует. Это пирамидка одна была, блядь, без этого. Вон тушка сухая, ты можешь. Женька это лежал. Не прыгает. Он же забрана. Просто съезжаешь и чик-чик. Просто чик-чик. И куры так нет. Я тоже тебя задеваю. И все вперед, и просто сразу раз-раз. Ну ты колесо не приподнимал. Нет. Вон она где перелазит, вон, видишь? Прогрессия, ну, наверное. Yeah.
Да, просто, ну, инерции не хватило, ты остановился. Надо было эту трассу. А? Красиво. Там слив, а нет, не пусто. Они из тех домов пересекаются. Да, жизнь кипит. Рисунки рисуются. Yeah.
Все, потренировался отлично. Научился. Не так страшен черт, да? Ну. Ну, это все надо с мелочей. Начинать с маленького. Вот эти два бревна, мне кажется, блядь, неподъемными разделами. Ну да. И тебе тоже сложно. Да, блядь, они мокрые, я не люблю эти мокрые бревна, когда ты... Лучше, чтобы сухие были, так вроде не так страшно. Ну вот, как он тебе говорит, мы задним и без проворота колеса. Ну, я так не умею. На прижатом стеклине, на ровном ноге. Лопатками на себя. Уже вон там есть, видишь, специально сделан стол для разрывного специального цемента. А Женька перепрыгивал, все, да? Красавчик. Ну, когда я его научил, он не... А так он все время задним по земле. А культурист говорил, что надо раскрученным моторе при этом степлении задом. Чтобы у него был уже... Женька просто ходит, не может. И не долетает. Им пусть этого не приходит. Вот такие, что на суперэндуро делают, велосипные бревна. Везде я вижу, там надо. Такого, блядь, баба, как машок делает, там нет. Ну да. Там эти трубы большие. Ну не все насыпные. Там метровые, но там все равно этот билибол так хуяк, 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 хуяк. Ну типа вот этого есть, да. Но нет насыпные. Кто смелый, тот просто перепрыгнет. Вот хорошая траектория в ту сторону. Но лужа, блядь. Помешал. Там лед под водой просто. Он не растаивает, скользкий. Не, нам не за это. Потому что я поехал вправо, а не уехал. Сколько времени? Три. До сколько это? Полчаса еще можно покатать, поедь. Ну. Вообще красавчик, хуяк и проехал. Да, блядь, достаточно стоковый хускварновской подъем. Ну, на ходу. Да. Зачем переплачивать? Хуя себе. Сталкер, да? Ну. Смотри,
22,5 валюты. Покажу сейчас, где получается.
Надо более вертикально мотоцикл ставить. А тут больше насып было, и у меня несколько раз получилось. А сейчас мы объездили, ну там больше старались, объездили, ну, вертикально так не получалось. А тут он вверх уходит, и тогда мы задним типа. С этой стороны лучше получается. Тут более такой аккуратный заезд, и нету отбоя такого, что тебя на низ ставит. А с этой стороны тебе отбой, то надо еще как-то больше открыть. Ну, тут так не получится. Отбой начинается вниз. Да. Может, это с этой стороны тоже туда наезд, тоже. Там все ездят, поэтому она нас тут уже нет. Тут можно типа сначала на этой стороне дрюкаться, а потом постепенно усложнять, чтобы был больше отбой. Ну, то есть газа, наверное, больше надо резкого давать. Тут как-то кутежировал все на ровном, не больше, на ровном дрюкаться. Yeah.
Yeah.
Вот это ты дал. Ну, вот тут же жизнь все время. Так а куда ты поехал? На бревно? Ну, на косое, на скользкое. Ты, конечно, дал. А что это означает? Кислорода мало. Головой уже. Ну все тогда, заканчиваем тренировку. Один кружок. Давай. Аккуратно только. Тут подвеска тоже очень мягкая. Ну, как-то слабее едет, этот мощнее. Да. Да? Ну, я просто еще не могу привыкнуть к этой, ну, как-то руль. Посиди. Ну, она, видно, что мне нравится, что она такая. Врум, врум, врум. Легче, что ли, на заднее поставить. Ну, это как мощнее. Да? Ну, он как-то резче набирает. Прокатись по камням, ну, посмотри. Ну, здесь намного больше чувствуется. Я сейчас проехал, по камням колбасит, блядь, больше. Дальше. Тут прям вообще ты едешь. Ветер, блядь, как паром еще. Ну. Да, что, почувствовал, да, сейчас разницу? Почувствовал эту подвеску? Да. Именно на камнях ты просто такой, что? А так подвеска мягкая прям очень. Но я пока что не могу понять разницу между этими картами. И тяжелее, чем я. Тут под 70 килограмм вроде не настраивает, назовем. Ну, ну, может быть, да. Ну. А здесь на 80... Ну, бля, непонятно мне пока. Yeah.
Тут надо больше хода давать, а тут тихонько ехать. Ну? Я уже думал, ты сейчас где-то остановишься, прям смотрел, ну ты... Не видишь, но думал, что остановлюсь. А тут если хода не дашь, просто... Здесь вот я сейчас прочувствовал, она мягкая, но она, бля, как будто... Ну, может, потому что я вешу 90, она такая, как будто расхлябанная становится. На бревне прыгнул, он такой... Ну, а тут не получается, наверное. Ну? Ну, под каждый вес настроен. Ну, здесь соотношение ж надо смотреть, здесь же совершенно другая звезда. Здесь 45, а здесь 13-51 вроде бы. Ну, а тут 13-45. Более подрывистый получается. Мне легче на нем поднимать. Да? Женька бы стал 12. Ну, он кажется, как дубовый туда, блядь. Надо, может, большую звезду назад ставить. Некоторые ставят там 48, 13-48. Угу. Если он более подрывистый бежит.